В освобожденном от армянской оккупации городе Физули были обнаружены обломки памятника азербайджанскому поэту Мухаммаду Физули. Когда-то памятник был установлен в центре города Физули в 1970 году, а в данный момент памятник находится в полностью разрушенном состоянии. Территория парка, в котором когда-то стоял памятник, полностью заросла и заброшена. Мухаммад Физули – поэт и мыслитель 16 века из Ирака, входившего тогда в состав государства Ак-Койнлу, а позднее государства сефевидов и Османской империи. Физули является одним из основоположников азербайджанской письменной литературы. Оккупированный 27 лет назад, в августе 1993 года, город Физули был освобожден от армянской оккупации 17 октября 2020 года в ходе 44-дневной войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также упоминал город Физули, а точнее то, что от него осталось после многолетней оккупации. Точно так же, как и город Физули. Когда мы его освободили, я приказал поднять азербайджанское знамя на одном из домов. Мне сказали, что нет такого здания, ни одного здания в огромном городе, где жили тысячи, десятки тысяч людей. Все сравнено с землей. Это военное преступление, не только города, села. Все села сравнены с землей. Это ситуация, которую, наверное, мир не видел за последние даже столетия.